Да-да-да. Ручки за кремучки, большая распродажа. Кунка, когда тьму будешь танчить? В 105-м контенте. Я в шоке. А сейчас на мужика не сможешь? А чё, я танчил, когда Войт умер. А когда Войт умер? Не, там было 20 секунд. Дармич, то точно так же все делаешь. Оу, за мижери. Еще одна пробудительная. Я хочу как-нибудь попробовать этого мужика, который три копии делает в соло танчить. Пососёшь ты. Ты не танчишь соло. Чё? Кто это там такое вякнул? Ты умрёшь и будешь позором. Чё? Нет, ты тоже не выиграешь. Вылезай из-под кунки, не позорься. Все, все. Я делаю сет, на следующем КД я танчу, ставлю фулл ЕП, и если я танчу, оно умножается. Ебать, а почему котера такой большой? Фонарь, ты же знаешь, как это просто, блядь, обнулить, нахуй. Просто один холипал, блядь, вот, например, какой-нибудь в носу поковыряется, вместо того, чтобы холилайт нажать, и ты труп нахуй. Нет. Ты сможешь проект держать, это бы я сдул. Все хулибалы меня любят. В Т5 еще, да, нахуй. Ну, там даже в Т5 сложно, если что, ну, типа... Не, в Т5 там танчил. Они... Я в Т5 хэйме танчил. Эти же выболтары, нахуй, ну, это все хуйня, что в обычке шухэйме одно и то же. Только Холион отличает. Ну, на Личе вы так же говорили, ой, ты не сможешь соло, ты не сможешь. Это вообще разное. Чай, изи в соло, тем более за паладину. Ну там же говорили, что там что-то шотает, в итоге ничего не шотало, даже арену снова. А тут что, не смогу что ли? А так там хилить больше нечего, у тебя 5 хилов стоят, а пока хилят одного. Вот и все. Не вижу трудностей, не вижу препятствий. Вижу дорогу. Дальше не... Ладно, я сам отведу дурничек. Зафармлю этого болтара вашего, или болтика этого. Да ты цирк, ты приехал. Ты цирк. Это когда он тебя видит, он говорит, а, цирк приехал. Сука. Фонарь приехал, блядь. А, Тори, фонарь приехал, блядь. Да, фонарь. Вообще я слышал, что босс эту фразу не говорит, он говорит другую фразу, просто всегда фонарь в рейде. Дайте столик. Рыбу хавать. Стойте, пойдем болтара сразу. Столик, столик, и выньте мои. Тыкните. Ты такую длинную команду пишешь? Дермись, забирай, короче, первого, я двоих соберу. Бафните Валеру, там дайте ему кулачков. Нету кулачков. А, понял. Ну то на П кликни пунк. А? Котяра, котяра, прием, блять. Так, РДД раньше набрали 12 метров, блять. Дружненько нахуй сейчас рассосались, милики, блять. Если на вас метка кидается, тоже, блять. С меткой нахуй. Уебан забит на 12 метров. От хилов отходим. Друг друг. 4, 3, 2, 1. Кунка приехал. Да не, просто ты в демке. Дермич, что ты делаешь? Спусти его вниз, блядь. А, я напулился, нормально там. И сюда вон в печеньку поставь, разверни, блядь. Отверни его, ты рейда, блядь, сейчас шотнет нахуй. Ну почему 70 стаков, блядь? Вам, ну, резануть нахуй. Или как нахуй, скажите, блядь.
Минус 3 тэнка. Че, серьезно? Угу. Инхов удаляют? Дайте по рейду сейвщик. Рэндж. Пизда, я сейчас умру, блять. Да, я умер. Я умер, блять, просто нахуй. Уёбки, вы можете рейндж держать, нахуй? Вот, пожалуйста, блять, почему нахуй, блять, там по 70, по 80 стаков? Хуйня, ну чё, блядь. Резать будет? Почему на моей копии сейчас было 82, нахуй? Так-то можно было убить Кирилла. Забирай дермич, нахуй, все на себя, блять. Давайте Геру ебашьте какую-нибудь одну, нахуй. Да пиздец, ручку, нахуй. Твикс, нажми. Тучку там... нажимал до этого. Там уже все осталось. Ты дай перед этой, перед 33% незыбку на рейд, блядь. И фонарь такой, я соло это протанчу. Ну да, я соло танчу, чё там. Вот ты хорошо, незыбку я дам. Как я потом, блядь, жить буду нахуй двоих? Если вы, блядь, дебилы нахуй не отходите. Вот на двоих стакнется по 70 стаков нахуй. Скажи, как мне, блядь, вытанчить это? Блядь, там до пизды, там захилится это. Просто когда мы отлетаем... Кого нахуй до пизды? Ты прикалываешься, блядь? Вот они под 70 стаками нахуй. По две, ну, по, блядь, одновременно мне по тычке скинут. Вот как не выжить, объясни нахуй. Короче, есть массакрам, хулипалась, что там отдадим, плюс кровь отдашь. Я могу зубы, типа, закинуть. Да, плюс зубы есть. Ну, типа, это самый хуёвый момент, видишь, нас откинуло 4 хила, а ты стоишь, у тебя там 20 тысяч хп, тебя убило, блядь. Ну, дерево встать, вот два хила хулипалась. Встаньте, блядь, так, чтобы вас не откидывало. Вот здесь козырное место. У дерева. Не откидывает. И оттуда два танка еще видно, да? Не-не-не, я не к тому дереву встал. Вот к этому, вот сюда иди. Вот сюда. Давай, сейчас. Вот здесь козырное место вообще. Здесь же раньше танчили, вот где я. Иной, сюда вот. Где встать конкретно, блядь? Сейчас я каски дам. Вот к конту подойди вот сюда. Сейчас, секунду. Полипал вот здесь должен стоять, типа, железобетонно. Вот это где розовый конь, да? Ретрум, ты куда? Сюда, давайте стоять, рыбу хавать. Так, упирайся в большую, типа, ветку, а не в маленькую, а то тебя перекинет просто. Да нажми просто, блядь, ёбаный бабл, нахуй, блядь, перед откидыванием третьим, нахуй, хиль, ага, блядь. Ага, ну всё, вот всё, всё. Нажму. Вот у Валеры. А, каска есть, ладно. Дайте фума. Быстрее, поехали. Так, ты говоришь большую вот сюда, да? Скликните на П кто-нибудь, пожалуйста. Ну а Кирилл-то к тому дереву отведет, я-то до него хуй достану, блядь. Ты через частицу, Фил. Я тут буду, блядь. Я тут буду. Я буду вот тут вот стоять. Ладно, на него сейчас дам частицу туда. Бать, вы заебали. Мейзон, ты тут? Все, иди пуляй, дерни. Ну-ка, привет. Держите раньше РДД, милики, блядь, метками уебывайте. На первой копии, ладно, еще похуй, на двух уже уебывайте, потому что не на двух стакнут. Ебать. Нет, его и до меня доставать там не будешь, но... Ну, потом... Я знаю, но... Придешь в центр. Сейчас только так дермича или будешь. В принципе, я могу к дереву мою тут отвезти, нахуй. В спейсе там сдвинешься троху, я реально начинаю отвезти просто. Ну, заебись, он побежал. Ой, ты иди, пожалуйста. Ебать. Сука, вы меня задрочили сегодня. Да так и был, блядь. Ну, нормально. Блядь.
Бабл жми, нахуй, прямо сейчас хил. Уже нажал. Блять, как же он далеко ушел, сука, щупал. Так, блять, мне надо забрать, не нахуй. Геру дайте фулл ДПС. Юля, дай зубы. Да не, не хуй хилить, бля, я хуй знаю. Но я массакру давал на вот это откидывание на третье, на второе. Да там массакра нахуй не нужна. Там в прошлый раз, блядь, он по рехас там ебал мне 2000 нахуй перед откидыванием. Откинул и в стане добежал, плюшкой добил на. Итого 3000 въебал. И по мне не зашло никакого подхила, соответственно, это, за этого сдох. Ну с баблом заебись тема, кстати, не откидывает охуенно. Ты ж учитываешь, что это рандом тоже. Понятно, что не откидывает под баблом. Не, просто... Шкаф поставьте, суманите Никиту. В этом плане неопытные, блядь. Я халево напомню, как хилить. Я очень люблю в холипале хилить Халика. Да, очень. Мой любимый босс, блядь. Еще Джайна. Одну. Дайте там какие-нибудь бафы по нему минимальные, поехали. Все, поехали. Термизи, забери и танчи. Ну шо, два хантая справятся с выступлением? Не, не справляются, нахуй. О, с третьего типа, нахуй, справились. А, три даже ханта, блядь, простите. С метками в правую сторону. Прижимайся ко мне, не прижимайся. Эрза, блядь. Ты конченый. Он чувствует безопасность рядом с тобой. Ну, блядь, а ты на него ругаешься, блядь. Юля, Юля, блядь, некрасиво. Безумие с ГЦ. Чё он под ебалом делал? Может... Решил инициативу проявить, да? Это любовь. Засал и подкатил. Любовь до гроба, блин. Безумца лестницы, не надо его здесь пока ждите. Блять, ты не завыл. Кормич, пособираешь трэш? Хорошо. Там он с двух сторон выходит. Заходите внутрь. Гремич. Жаль, что придется прикончить. Угу. Я страшно не напуливаю. Да вон, держи, блять, можешь печеньки, блять, можешь крестики, нахуй, где хочешь, нахуй. Из печеньки, из креста не выходи, блядь. Прямо там и делай. Охуенно. Чё за блядь? А, да? Ёбище, блядь. Ну, он трэш пошёл, дерьмич. В одну сторону лужу просто кидаю, во вторую там ЛП. Со второй стороны забираем.
страшного. Не умер, блядь. А ну дальше. Ну, из маунта спел, блядь. Продолжал же это свет смотрю. Вот, остаешься свету вместе с дырмичом. Не, еще не распределял, сейчас распределим. Юля, свету будешь командовать вместе с войдом? А ритру мы Маси во тьме остаешь. А не, стоп, нихуя. Юля, во тьме остаешься вместе с ритру. Бля, ты серьезно? А Мася в тьму пошла. Ой, в свет точнее. Хотя не, нихуя. Останетесь втроем, блядь. Пускай войдет соло хилит, там нехуй хилить. Танка только. Так, первое, второе, апатия. Получается, будет свет. Сейчас ищу кого-нибудь ебану здесь. Да, его и там поанонсит свету. Адель еще пускай мать уйдет. Все, остальные в свету все. Безумец, ты в свет уходишь. А не, блядь, хотя не, надо еще одного код. Баланс. Хотя ладно, не, похуй. Блэкич. Не, не Блэкич. Два и Твикс, наверное, да. Все, первое, второе, апатия тьма. Третье, четвертое, свет. Войд свету остаешься все время. Хилы остаются тоже, кроме войда. Дермич, ты в свету босса танкишь. Дермич пятый раз спрашивает, что делать в свету. Дермич, блядь, вот смотри. Вот сейчас босс заевэдится. Вот видишь, я тебе метку печеньку поставил. Вот сагрил, блядь, вон так он на тебя, блядь, смотрит, вот как я сейчас, видишь, стою. Вот он смотрит в сторону воды туда, нахуй. И вот так вот весь бой, блядь, ты ШФК нахуй танчишь. Сложно, нахуй. Все, заебись. Да, и в луже не стой, если будешь идти. Они ж, по-моему, переживают, что обычный метеор, да? Да. Ну, вообще, все равно, блядь, метеора желательно не лутать вообще никому. Отойдите дальше, блядь, сейчас шотник, мизон, кто там еще. Давай, Дермич, я тебе вот помогу сагерить, вот смотри. Вот примерно с этой стороны все время пуляешь. Стойте все в одном фрейме, блядь. На кому метку? На пульте или на тебя, Кирилл? Да, на Дермича на пулю, мне не надо. Вон, бегайте в мирами, блядь. Мой систем нам сам на себе метку обновить, если спалю. А, и эти, блядь, метки в сторону выносите. К стене от рейда. Что, Милхан? А, у красава, Дремич, идеально спалю, молодец. Это не ты спалил, это трапы под наполом наши спалили. Только чуть-чуть вправо шаг сделай вправо. Все, заебись. Хорош, вот так и стой. Метеор. Перебежали, перебежали быстрее. Рещи, блядь. Ножками шевелим своими маленькими. Мула, Милфхат, Мася, Ритрун, Блэкич, блядь. Пять вагонов. В Хэме сдохли бы, нахуй. Сразу же, нахуй. Стойте, блядь, везде, нахуй. В чем, блядь, ваша проблема, блядь, я не понимаю. Не растягивайте метеор, чтобы потом вам, блядь, меньше бежать было. Фаза. Метеор не успел. Успел, упал. Уйдите от метеора быстрее. Уйдите от метеора, блядь. Заходите вниз. Ой, блядь, заходите во тьму точнее. И со стороны печеньки становитесь. И стойте там везде. Солнышко, куда ты вот там стал? Вот скажи, под хвост.
Ты, блядь, метку не видишь или что? Начинаю двигать, короче. Блять, это... Блять, сука, у меня, блядь, залагало... Падайте, нахуй. Заходим, дерьмище, умираем. Сука. Чай лобнусь, подождите. Не заходите в инст только... А, все, бой прошел, заходите. Не рано крутить-то начал? А? Не рано крутить начал? Да я, ну, просто чтоб лезвие идеально хотел. Ну, чтоб оно вообще вас не задевало, ну, нахуй. Да, у меня этот... Блять, ну, зависло нахуй просто на секунды три почему-то. Блять. Может, 4, ну где-то около этого. Бля, Валера сдох. Отлагало, блять, у меня, смотрю, уже 10 хп нахуй. Блять, не успел даже все кнопки нажать, чтобы засейвить. Свету, ну там. Все РДД всегда в свету. Заходишь во тьму, потом выходишь обратно в свет. И лечит. Ну, я терчил там. Что, выйдите? Что выйдите нам? Отойдите дальше. Юля сейчас сложит. Я мазалась маслом. Я понял. Дормите, дальше немножко остановись, потому что, блядь, он дернется, и он будет вот так вот раком стоять. Потом придется босса ворочить. Он не дернется, он с трапа, сразу на дермича как появится, повернется. Если дермище рядом, прям близко будет стоять с ним, он дернется нахуй, похуй, что вы на него напуливаете даже. Трапу, хуяпу и так далее. А, ну если он близко стоять будет, туда. Ну так об этом и речь. Стойте в одном фрейме всегда, чтоб удобнее от метеора было мигать. Метеор, перебежали быстрее. О, никто не полутал. Служу аккуратно, сейчас уходим. Проверить, что стать. Мейзонка, вынеси метку. Вы найдете лишь страдания. Заходите. Ух ты, блядь. Отойдите с подъебала. Ой, блядь. Надо заходить с задней, с правой всегда стороны от портала, блядь, а не с левой. Ебануться нахуй. Ой, блядь, забыл про это сказать нахуй. Ведром, вынеси метку. Нахуй в пизду падайте, блядь. Сука. Короче, блядь. С правой стороны, пожалуйста, нажимайте, блядь, вот портал, нахуй, с правой стороны, вот всегда с правой, нахуй, запомните это раз и навсегда. Босс будет всегда по левой стороне от вас находиться. Соответственно, вы, блядь, заходите все время с правой, нахуй, чтобы не очуститься у него под ебалом, под клеем. С правой стороны от портала, блядь, еще раз повторю, с правой, нахуй, не с левой. Это как вот мы, блядь... Короче, вот смотрите, нахуй. Вот, допустим, портал.
находится в кресте. Вы находитесь, блядь, со стороны вот здесь вот звезды, нахуй. Соответственно, вы заходите с правой стороны. Если вы находитесь, блядь, со стороны трусов, нахуй, с той стороны, то вы заходите с какой стороны? С левой, блядь. Надеюсь, все поняли, нахуй. Ебать, геометрия какая-то. Короче, если вы стоите со стороны звезды, блядь, вы заходите с правой стороны, со стороны печеньки, блядь. Если стоите вы в трусах, нахуй, то вы заходите с левой стороны, блядь. Тоже со стороны печеньки, все время, блядь. Потому что босс, блядь, босс, ебало босса будет всегда вот тут вот примерно в рамбенах. Вот это ебало босса. Если вы заходите вот сюда с левой стороны, блядь, фронт, нахуй, это рип, нахуй. Ну, если кливнет. Че, выйдите? Не, подождите, подождите. Че, и выйдите? Ебаный Валера. Да, и выйдите. Отойдите дальше. Ебать, сколько скелетов. Блять, заебал этот Сирус лагать, нахуй, конечно. Поворачиваем. Да нахуя лучше, ну, типа, мне, ну, блять, можно, конечно, так. Просто это тупо. Лучше заходить всегда с твоими печеньками, никаких проблем не будет. Метеор, перебежали быстрее. Проблема в том, что если я его поверну, допустим, кто-то зайдет нахуй со стороны трусов, кто-то с ромба нахуй, кто-то с печеньки, блядь, кто-то, и в любом случае кто-то окажется под клеем. Чтобы заходили все с одной стороны. Они кто слева, кто справа, кто с центра там и так далее. Метеор, перебежали, метеор, вышли быстрее с метеора. Заходите. Бром, перейдите. Всегда с левой стороны у вас ебало должно находиться у нас. Ретром, вынеси. Уже ворочить буду. Заранее. И стойте на максимальной рейнже от босса. Прохил. Дельсам. Блять, кунка нахуй. Да... Ебать тебе в рот нахуй. Падайте, блять. Че это за хуйня? Кунка сорвала. Сорвала нахуй. Пиздец. Вы гоните там три ханта. Блять. Куда еще? Я хуй знает, ребята, блять, вы угораете что ли? Скачайте Омин, пожалуйста, себе нахуй. А, ну да, во тьме все равно не видно нахуй. Ну, блядь, смотри тогда нахуй, если босс пожелтел, блядь, стоп не нахуй. Ну, твой ДПС не нужен. Сука, кунка нахуй, убирай ШМ нахуй. Короче, товарищи Масси и Эритрум. Войда с нами нет. Вам надо хилить во тьме. У меня нет таких хилок. Я смотрю, сколько вы сейчас на него, в него нахилили, в Феникса. Это смешно. Пиздюлей, Ретрум, волну исцеления кастуй. Он сейчас чуть не сдох. В
Или спекните Эршама нахуй, и все, блядь, 4 там пускай хилит. Если он есть у кого-то. Типа 94 тысячи у Масси, у Эритрума, не вижу вообще. Нахуй, у меня там, блядь, 1500 хп нахуй осталось. Видела, я флешку даже успела закинуть. Я пьета сажал, блядь. Блядь, что-то вы расслабленные какие-то, нахуй, я хуй знает, блядь. И выйдите. Давайте, берите, на. Ну, первый апи за меня, нахуй. Второй, блядь, зашли, нахуй, криво под клиф, блядь. А третий, нахуй, ну, кунка, блядь, сорвала Грона. Причем, сука, блядь, вроде Аграна мне, нахуй, нормально было, блядь. Ну, типа, мне даже не показывало, что срывают, нахуй. У меня там на ютубе гайд, нахуй, посмотрите, блядь, там танчу с первого трая, ебать. Ой, ты молодец, блядь. Ну вот, блядь, хули. Метеор на меня ебанет. Ну еще надо. Метеор перебежали быстрее. Дермич, потом верни после лужи обратно его положение. Он должен стоять. Чтоб потом хвостом никого не задело, когда перемигать был. Метеор, походу, сейчас ёбнется. Ненормально. Заходите. И все равно, блядь, заходит с левой стороны, нахуй. Да, ну да, ну ты сейчас. Ничего, захилят нормально. Захилят они. Там, скорее всего, помогаем хилить. Уже двигаем, нахуй. Поворачивайтесь. Да, блядь. Потом, блядь, знаешь, как неудобно его танчить? Ай, короче, пизду, нахуй. Ну чё вы там, блядь? Не хочу ничего говорить, нахуй, даже. Семья подтянет, блядь. Ты очень быстро крутишь, это пиздец просто какой-то. Ну так остановись, лезешь далеко. Сука, хильте, помогайте присты хилить во тьме, блядь, людям. Два хила у вас. Котяра, выйдешь свет, бернишь Юлю. Ну ебать, Ритрум упал. Захильте его, блядь. Заходи, Эритрум. Эритрум, зайди. Он уже зашел. Фаза сейчас будет. Вышли 3-4 патч. Кунка опять на теме. Диспел кунка. Перебегай, Дерми. Барбарос как-то умер, Блэк. Под животом должен бежать, Дермич. Прям под животом босса. Развернуть. Это пизда. Я хуею, я в ахуе. Короче, Дермич, падает, допустим, печеньку метеор. Ты бежишь под животом Халиона и перебегаешь в ромбик. Типа просто разворачиваешь. Понял? Ладно, я сейчас просто минусовать буду, нахуй. Нет, Никита, нахуй. Я не буду подводить босса, нахуй. Потому что, блядь, с этой ебаной геодатой, нахуй. Он потом, нахуй, дергается, блядь. И он вообще, нахуй, его в центр потом хуй вернешь, блядь. А если я сделаю такое в хэме, нахуй, там вообще, блядь, потом от лезвий хуй, блядь, нормально, ну, поставишь его обратно. Чё, складываемся, да? Складываемся. Просто, блядь, зайди, нахуй, с правой стороны, специально, сука, метки поставил, нахуй. Ты это, блядь, я хуй знаю, что сказать, блядь. Давайте как-то убьем, блядь, я хуй знаю, чё вы, блядь. Когда, блядь, геодата не было поломанной, нахуй, ты мог стоять там, блядь, в километре, нахуй, от босса, блядь, ну, и... Точнее, не поломана, блядь, а когда она по-другому была сделана.
Когда ты мог стоять в километре от босса и находиться, блядь, и танчить его нахуй. Тогда было заебись его там подводить, там дергать и так далее. А сейчас, блядь, ебало его нахуй. Ты заходишь, Кирилл, он у тебя не дергается с места, он так же на месте остается, как типа зашел, так и стоит, да? Или заходишь, он у тебя дергается, от тебя отходит, к тебе подходит? Ну, блядь, ну, как когда, нахуй? У меня что-то вот ни разу, я вот сколько танчу ДКшником, ну, можешь глянуть там на ютубе, блядь. Я вот как захожу, у меня постоянно, он не дергается, он стоит на месте, и все, я, мне вообще похуй, я стою, у меня в центре, и вообще поебать. Не, не про это. Когда ты, блядь, вот сейчас попросили меня, вот, чтобы, блядь, я босса на себя подкрутил, ну, подводил, нахуй, чтобы люди, блядь, типа, заходили в портал, нахуй, похуй с какой стороны. Ну, чтобы их кливом не задевал. Вот про что они имеют в виду. Mm-hmm. Ну, блядь, если я его, нахуй, если я его, блядь, подведу, нахуй, ну, как вы, блядь, в хэме его будете убивать, я не понимаю, нахуй, вообще, вот, ну, типа... Если он не в центре будет стоять, как вы, блядь, там от лезвия будете уворачиваться? Я вот не могу понять. Вот с этой геодатой, которая сейчас, а не которая тогда была. Хуй его знает. А в чем у вас проблема? Я отходил. Отойдите. Сейчас я пойду минсовать. Кто от лезвия сдохнет, то еще чего-то в пизду нахуй. Заебало вам. Нихуя тут меток стоит. Да я специально поставил нахуй метки. Если вы находитесь везде, блядь, ну, на этой стороне, значит, вы, блядь, заходите со стороны печеньки в портал. Если вы находитесь в трусах, блядь, то вы опять заходите со стороны печеньки, нахуй. И чтоб с левой стороны с ромба никто не заходил, нахуй. Потому что кливнет, блядь. Лево шаг сделай, Дэмич. Шаг влево, Демич. Чё? Всё хорошо. Перебежали быстрее, Митёр. И раньше времени не бегите, нахуй. Митёр объебётся между боссом, нахуй. Похороните полрейда. Идет тебе сегодня шаман. Метеор сейчас будет падать, аккуратно. От метеора отошли. Зашли только аккуратно, не этот, блядь, не... Ну, вы поняли, короче. Не в метеор. Бля, сейчас лезвие будет. Повернитесь немножко сейчас. А диспел? Хотя надо выбегать, Мася. Третья, четвертая пати вышла быстрее. Имел хант. Безумец, вынеси метку. Ну не подъебало же, блядь. Куда вы подъебало выбегаете? Вы, сука. Тьма, стопните, не бейте. Сам сядь, диспель, маг. Куль ты стоишь? Тьма, не бейте вообще.
мобить. Сонджи, что ты тут делаешь, блядь? Давай шустрее. Мася, вынеси. Не под лицо, Мася, не под лицо, блядь, ну не под лицо же, ну... Блядь. Перебегай. Это пиздец. Пацаны, вынеси. Тьма больше. Петрун сам. Убежать. Давайте Геру святую и во тьме нахуй бить. Перебегаем. Тяра, закинь по мне Индр. Сука, там три мои шмотки нахуй. О, я ж говорю. Ну и говно. Лут говна. Всем спасибо. Кунку забирай, пока есть возможность. О май гад. Какая хуйня. Мася, ты тут? Зачем ты подъебало выносишь метку, скажи мне, пожалуйста. Таня? Я так поняла, она недавно играет, потому что она еще на прошлом рейде спрашивала, типа, что делать. Типа, она даже не знала, диспелити нет, может, типа, не шарит. Ну смотри, Мася, вот гайд тебе на все время Вовки, да? Вот смотри, если видишь дракона, любого нахуй. Каждый дракон дышит, блядь, этим дыханием нахуй. Ну, темным, огненным, блядь, без разницы, дыханием дышит. Соответственно, у любого дракона под ебалом находиться нельзя. Ты, когда выносишь эту, блядь, метку нахуй. Вот смотри, в рейд стоит везде. Ты напротив рейда выносишь. Ты ориентируешься, вот допустим, в Гере будет два шара нахуй. Вот пространство, печенька и крест, к примеру. Вот рейд где-то стоит примерно, блядь, условно, блядь, в полумесяце, да? Все время между ими. Ты выносишь между всегда вот этими двумя шарами, которые будут. В обычке, блядь, еще проще. Тебе там еще больше места. Но не подъебало, понимаешь? Все отлично. Бот, ты надо тебе дремить? Давай, дремичай. Блять, я не знаю, как с этим FPS'ом играть. А у всех потом FPS просел, или это только у меня? Да. Мне пиздец вообще. Блять, чуть подвисает, это пиздец какой-то. Такая же хуйня, только в бою. Ну, даже тема на форуме, говорю, типа, создали уже. Что невозможно играть. Да, блять, прямо сейчас кунка, блять, у всех дохуя FPS'а, нахуй. Я... Речь идет про время боя, нахуй. Кто такой Мейзонг, вот этот новый, чё это за чели? Шаман, какой-то эль. 3, 2. Давай, блин. Серьезно, за 3000 уходят запы? Ну да. А кто вам мешал за них драться, хилы тебя ролят? Это кожа. Хуей. Ну типа это совидный, я хуй знает, Мася брала бы или нет. Я не буду брать, у меня третий спик, а у меня четвертый, второй. Кирилл? Сейчас, подождите, я поймаю секунду.
что такое? А ты это, я видел, ты с другого ракурса заходил во тьму, не так ли? В смысле, с какого ракурса? Ну, я захожу обычно с дерева, там вот, как сказать. Ну, там, где болтают, да, я с той же стороны захожу. Просто, может быть, есть... Потому такой... что...